спонсор программы «Патруль» – корпорация «Роснефтегаз». Здравствуйте, а теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. Во вторник утром 15 декабря в Новом Уренгое сгорел частный дом в ДНТ «Озерное». Спасатели прибыли на место за 3 минуты. К этому времени здание уже полыхало. На полную ликвидацию возгорания потребовалось около 2 часов. За это время дом выгорел на площади 80 квадратных метров. В тушении принимали участие 23 огнеборца на 6 машинах. Одной из версий пожара спасатели называют взрыв газового оборудования. Пострадавших нет. В Салехарде осудили водителя, который, будучи пьяным, сбил коляску с ребенком. Это ДТП произошло в конце сентября. Тогда 23-летний водитель за рулем «Лада Калина» наехал на коляску, в которой был годовалый ребенок. Авария произошла рядом со зданием полиции. Мальчик получил тяжелые травмы. В ходе следствия мужчина свою вину признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Кроме того, его лишили права 2,5 года заниматься деятельностью, в которой нужно водить автомобиль. В Лабытнанге директор компании «Ямалзолото» скрыл налоги от государства. Его организация задолжала бюджету более 28 миллионов рублей. Руководитель знал, что деньги уже хотят взыскать принудительно. И тогда, в 2019 году, он умышленно скрыл 23 миллиона, которые должны были покрыть налоги. Во время предварительного следствия на имущество должника наложили арест. Уголовное дело направили в суд. В Губкинском осудят работодателя, который больше 2 месяцев не платил своей сотруднице, имея на это возможность. Речь идет о компании «Юнионстрой». С июля по октябрь долг превысил 30 тысяч рублей. Когда просрочка достигла 15 дней, женщина перестала ходить на работу, о чем уведомила своего начальника. По Трудовому кодексу ей также должны были оплатить вынужденный прогул. В октябре 2019 года женщина уволилась, так и не получив окончательный расчет. Дальше в деле разбиралось следствие. Следствие установило, что общая сумма образовавшейся задолженности составила 155 тысяч рублей. В результате предпринятых следствием мер к возмещению задолженности обвиняемая полностью возвратила долг потерпевшей. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих ее вину, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Двое новоуренгойцев из-за своей доверчивости отдали мошенникам почти 400 тысяч рублей. Так один из потерпевших поверил звонившему, который представился сотрудником банка и рассказал сказку про списание денег. В разговоре он выудил номер карты и коды из СМС. После у горожанина пропало 228 тысяч рублей. По аналогичной схеме второго новоуренгойца лишили на 166 тысяч. Возбуждены уголовные дела. На Ямале поймали браконьера, сообщает транспортная полиция. 61-летний житель Салехарда при помощи 50-метровой сети выловил щекура на 145 тысяч рублей, всего 40 особей. При этом у браконьера не было специального разрешения на добычу ценной рыбы. В отношении ямальца завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Корпорация «Роснефтегаз» приглашает за подарками и объявляет снижение цен в сети АЗС, АГЗС и на ГСМ оптом. Оперативный контроль качества обеспечивает передвижная независимая лаборатория «Госрегионстандарт». Сдаем в аренду жилые и производственные помещения. Подробности об организаторе по телефону 8 800 100 99 97.